окончательно перестал ходить на наши концерты, вы же знаете, что с каждым годом на нас ходит все меньше людей. Вот в прошлый раз мы были в Ульяновске, было 10 тысяч человек, в этот раз что? Вы сами видите. Так вот, когда у нас окончательно перестанут ходить, мы, конечно же, сядем на излюбленный поезд, вышедший в тираж артистов. Но в нашем случае мы сможем поехать сразу на двух поездах. Значит, эту песню мы будем петь на дискотеке нулевых, а вот следующую на дискотеке десятых. Так что вы за нас не волнуйтесь.